Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, зрители и жюри. Меня зовут Вера Подкорытова, и я художник из Киева. Я хочу представить на конкурс три своих работы. Их объединяет одно название – это «Рождение новой эпохи». Все три работы выполнены в технике, в таком стилевом направлении, которое я называю «квантовый импрессионизм». Немного поясню, что это такое. Это живопись, которая показывает энергетическую составляющую мира. То есть любая эмоция, любое событие, оно имеет и несет за собой энергетическую составляющую. В этом видео я хочу рассказать более подробно о первой картине. Вы видите, что здесь очень яркие экспрессивные краски. Эта картина показывает именно сам момент рождения. Здесь присутствуют очень яркие, насыщенные, такие своеобразные энергии. И это такая пиковая ситуация, когда ситуация, обстановка накалена до максимума. И в других полотнах вы увидите, как эта ситуация развивается. То есть это в моих картинах я хотела отобразить то, что происходит здесь и сейчас. То есть это та реальность, которую мы проживаем сейчас на данный момент.